Итак, дамы и господа, да, поехали. Как это проходить? Ну, видимо, все-таки мы натягиваем эту палку. Да. Отработанным движением. Давай я тут тогда с этой стороны жду. А, смысл, я даже прошел в дом, прикинь. Да, только ее повернуть надо. Ее надо не повернуть, надо опустить, она пройдет тут. Ее не надо поворачивать, она снизу проходит. Сейчас я попробую своей рукой. Замечательно. О, я зацепил. Так? По-моему. Не, там где-то с правой стороны. А, подожди, подожди, она у тебя зацепилась, подожди, подожди, подожди. Тут одна из дощечек, типа, боковых. Надо чуть-чуть все-таки поднять. Тогда пройдет. Так? Так, 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 так. О, о, всё. Мужчина. Так, я потащил. Так, лучше двумя руками, да, мне кажется. Не, тебе надо как-то мне по-другому тащить. Стой, мне стой, надо... стороны. Мне надо ее снизу подтянуть. Все, о, сейчас нормально будет. Ну, как-то вытаскивание через дверь мне нравилось больше, если ну, честно. Ну, там разворачивается. Воруем. Но было эпичнее. Клоску у президента 10 часов. Так, теперь надо отходить. Стоп, 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 сейчас я ее выровнял. И отошел. Так, можем вот так с двух сторон ее взять. Не, надо как-то сбоку ее брать, видимо. О, о, так хорошо. Ага. Куда ты идешь? Нет. Что ты куда-то камеру поверни. Так. Так. Нормально, нет. Нормально. Нам главное, чтобы через краешек она перевесилась. О, уже лудыша. Два алкоголика воруют цветной металл. На самом деле, смотри, если я вот сюда встану, на край, блин, о, вот так вот я встану, еще и схвачусь за деревья, то ты сможешь просто спрыгнуть оттуда. О, легкая. First true. Так, ну и побежали, собственно. А сейчас, смотри, а сейчас я вот так делаю. И полетели, да? Нет, я, типа, пропрыгнул по ней, пока она падла. Это же скилл. Так, есть сове. Представляешь, мы прошли эту часть. По-моему, это самое сложное было. Да уж. Потому что в тот раз мы не смогли даже справиться с этим. Ну, в тот раз это был первый наш заход, в принципе, именно. Напоминаю. Ну, как первый? Ну, на этом уровне, да. Ну, для меня это был вообще первый опыт в эту игру. О, это лед. Ага. Найс, хорошо. Это лед. Я думал, это вода, типа, и мы сейчас помрем. Зачем-то. Но мы с тобой вообще уже превратились в богов этой игры, мне кажется. Блин, что-то я представил не прыгать. Тут еще главное успеть прыгнуть в край, потому что может унести вообще к фигам. Расскажи это мне после того, как я дотакрона собрал. Сколько раз я, знаешь, иду к краю пропасти и красиво с нее падаю. У меня есть теория, что, кстати, нельзя допрыгнуть до этой фигни. А, этот лед, это просто, я не знаю, не прыгай на нем, короче. Это лед очень коварен. Да. Господин президент фигурист. Быстро ты сдался. Нет, я просто очень хорошо к этой стене прилетел. Понял. О, а я сильный игрок. Ты зацепился за веревку? Да. Вжуху! Привет. Здорово. Ну, лишь по времени заняло примерно одинаково. Так, ну, а можно без этого? Мы еще не сохранились. Как сохранишься, так и можешь. Андрей, я хочу посмотреть, как это сильные игроки делают. Все. Залезаем самостоятельно. Вот он, сильный игрок. Я же говорю, ты хочешь, а я хочу вот сюда. По льду. О, нам сюда, кстати. Ты что нашел? Дверь? Да.
дверь. Ну ладно, хорошо. Молодец, что нашел. Так. Президент. Ага. Вау. Мне кажется, печка тут неспроста, тебе не кажется? Или вы думаете, что неспроста? Ага. Ага. Пробую ее поджечь. И мне кажется, мы с помощью... Это металл. А, ну, раскалить, я не знаю. Печка, я, наверное, что-то намекает. Ни хрена, да? Ну и ладно, я поехал. Ага, у меня есть теория, что нам не сюда. Знаешь почему? С той стороны не в это окно? Нет. С той стороны ничего нет. По крайней мере, короче, палка пускай полежит там. А, я понял, куда нам, по-моему. А. Тут сверху есть фигня, видишь? Там, где это. Вот, вот тут, видишь? Может, нам туда, где, откуда лед стекает? Типа там ее как-то? Короче. А, Андрей, мы дебилы. Найс, молодец, кстати, прикольно. Бодибилдеры, говори правильно. Так, это реально оно. И ты знаешь, что нам сейчас придется идти назад, по-моему? Ну, брать факел. Факел нам придется брать. Ага. Взяли факел, проверяй. Я уже взял факел, проверяю. Потому что кто мы? Бодибилдеры. Понял. Господин президент сроднился с факелом. Господин президент вытащил факел, так-то. Понял. Знай свое место, бич. Мы должны устроить олимпийскую эстафету, кстати. Ага, все. Смотри, я демонстрирую, как правильно носить факел. О, а можешь зажечь мой? Подожди. Подожди. Это так работает? Я не знаю. Если тут есть физика, можно работать. Но физики тут нет. Физика есть? Блин, мне нравится этот кубичный огонь такой, квадратиками. Мне больше интересно, зачем ты железку там оставил? Just for lulz. Понял, эти lulz мне не дают теперь факел зажечь. Зачем ваша проблема, Андрей? В том, чтобы зажечь факел. Ищите ошибки. Туру-ту-туру-ту-туру. Я не тороплюсь. Я охотник. Я не торопечень. Так, прыгать с факелом очень плохая идея. Формирую. Ух ты, вот это красиво. Факать с прыгалем. Так, а что ты делаешь, кстати? Прыгаю без факела. Все по заветам великого. Так, у меня сейвинг произошел. А ты где вообще? Дальше пошел. А почему сейвинг только сейчас произошел? А, это твой сейвинг, наверное, был, да? Шок. Так, ты просто спрыгнул вниз, да? Да. По деревянной платформе. Да. О, а тут что-то видно. Очень сложно, страшно, непонятно, но интересно. Мы уже были в похожем городке. Так. Что-то мы здесь делаем. Там платформа поднимается. Ты прямо сейчас поднимаешь платформу шикарно. Интересно, зачем... О, стой. Вот так, стой. Останови. Слушай, смотри, я сейчас пробегу в тот домик синенький. С синей дверью. Пробежал. Синий. Может, надо выше поднять? Подожди, все-таки? Не, там это я просто ручки не выставил. Ага. А как ты теперь дальше будешь? Нормально. Может, тебе надо опустить? А, все, я нашел, что надо сделать. Я не зря даже упал. Надо опускать теперь, давай. Потому что я тут нашел тяжеленный кружочек. Точнее, шарик. Мне самому не надо? Нет, хотя, если спрыгну, нет. Блин, я его отпустил случайно. Так, просто спустись вниз. Ну ты команду, стоп, я же не вижу. Стоп, все. Можешь подойти теперь к краю, просто посмотреть, что я пру сюда. Сейчас ты, правда, ничего не увидишь? Ну я вижу, что этот самый, господи. А он же шрастает, мразота это. Думаешь? Это же... Ну это снежный шар. Думаешь? А, ну а там тени нет разве? Ты сейчас скачешь в солнце. Ну если я скачу в солнце, ну смотри, он не тает пока, на мой взгляд. Ну не вроде тает. Да. Мне кажется, тают тут только ледяные кубы.
Надо узнать, что в доме. Пока он катится медленно. Слышишь, я забиваю гол божественный. На! Блин, нет, 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 нет. Стоять, стоять, я сказал. Стоять. Стоять. Давай, к чему тебя там учили в этой вашей Rocket League? Да пипец. Я заживала шаром. Почувствуй себя, господин. Он очень тяжелый и очень большая инерция у него. Но! Там трамбл в том, что вот, типа микроступенька, типа. Сейчас. Я вот типа ниже не буду. Есть! Все, покатили вверх. Ну, ты его кати вверх, конечно. А я посмотрю, что в доме. Ага, в доме ничего интересного. Ага, так, покатил, проверяй. Его держать нужно, чтобы он не упал. Ну ничего. Поехали назад. Ага. Опять работа. А у меня есть теория, что ты назад не сможешь переспустить, потому что шар застрял. Да. Ты бы видел, как эта платформа застряла теперь. Ну сейчас я все исправлю, наверное. Надо поднять чуть-чуть, потому что теперь шар не может выехать из-за этого. Так, все, нормально. Ну, короче, тут этот тяжеленный шар, я не понимаю, как его сдвинуть с места. Ты можешь сам спуститься и помочь мне, на самом деле. Как видишь, шар оказался в самой ущербной позиции из возможных. Мне кажется, мы его загнали так, что мы надо рестартить. Нет. Мы справимся с заданием. Мне кажется, надо повиснуть на нем с моей стороны и тянуть его вниз таким образом. Наверное. Пробуй тянуть меня за ноги. Тяни меня за ноги лучше. Давай, так. И убегай. Так, отлично. Божественно. Да. Ну ты понял, да, в чем проблема? Нет. Он там намертво встал. А если мы в другую сторону, то... О, я вообще умер как-то. Ага, мне кажется, умерли мы оба. Это называется загрузка чекпоинта, Андрей. А, интересно, а шар там уже все еще нас ждет? Нет. Ну и ладно. Ну шо, покатили. Уж куда дальше идти, я понял. Поворота крепости есть, и мы должны будем их разбить этим шаром непосредственно. Сейчас я прям развил божественную скорость. Так у меня теперь вопрос, как я буду тормозить эту фигню. Возможно, есть смысл тебе спуститься. Не-не-не, не поднимай, ты чё? Зачем ты поднимаешь? Опусти немножко. Ну, не немножко, а до конца, собственно. Вот. Ну вот всё, он всё, вот это да, это максимум. Так, я уже почти довёл шар. Я немножко упал с лестницы. Да, я вижу. Ну, прикольно, что они сделали такую систему. А, не, или ты вручную это сделал? Что именно? Перезагрузил чекпоинт. Чекпоинт загрузился. Все, так, 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 а теперь я держу шар, я держу шар, я держу шар, все. Шар, правда, немножко мне голову придавил, точнее, нет, еще не придавил. Попробуй вцепиться одной рукой в шар, другой в пол. Но я пока нормально, мы сейчас стоим вместе с шаром. Мы медленно едем куда-то. Хера себе медленно. Не, поднимайся мы быстро, я имею в виду, мы по платформе медленно едем с шаром. К этому претензий нет. К скорости вашего обслуживания. Ух ты, смотри, я проехал на самом шаре немножко. Девочка на шаре. Во, пока ты поднимаешь, я еду вверх. Тра-та-та-ра-та-та-та-та, не туда. Не туда.
Так, короче, плохая идея покататься на шаре. Хотел залезть на него на полном ходу. Не, вдвоем прям, конечно, гораздо веселее. Шары. Ого! Так, вот так, это так. Скорость! Ага, а знаешь, что нас тут ждет небольшой трабл? А-а. А, нет, а мы правильно его тащим? Не-не-не, вот он, вход в эту дырку, смотри. Вот сюда? Все? Да. Покатили? Покатили. Я не понимаю, просто зачем вот эти все деревянные конструкции сверху? Да ладно, брат. Не, лучше не трогай, потому что он затормозится, а нам надо же разбить. Посмотри, ты взял, затормозил. Сейчас заново. Мне кажется, этого хватит. Мне тоже кажется. Мы не хотим вернуться назад и чекнуть. Пошли наверх. Чекнем. Кого мы хотим чекнуть? Что за деревянные постройки? У тебя тоже бузон пошел? Да. Покачал, кстати, бузон. Музин, я бы даже сказал. Саундтрек. Ты вот это видишь? Вот это что такое? Я вот думал, сюда надо катить как-то. Я тоже думал, но нет. Ты смотри, сверху какая-то фигня черная. Я пробовал до нее долететь, не вариант. А, мне кажется, это мы потом сюда вернемся каким-то образом. Вполне возможно. Что, тут слишком много всего сверху. И нет никакого способа забраться. Ну что, поехали. Так, вот тут есть башенка. Пошли чекнем башенку. Как же, блин, тут много дверей, а? К чему? Это, получается, бонусный уровень, да? Или нет? Да, ну, это понятно, первый из двух. Потому что, видишь, в нем куча бонусного контента, бонусный музон. И бонусный пакчамп. О, что, мы не зря отлично сюда шли? Отлично, Паш, проходили. Там вон еще вторая башня есть, можешь ее тоже чекнуть таким же способом. Ага, кстати, а ты зря упал. Там был. Уж тут есть балкон. Ага. Ну, я увидел балкон. Нет, балкон. Поздно. Нет, на балконе ничего интересного. Понял, еще раз иду под ним, пойду падать. Да ты что, издеваешься? Конечно. Я надеюсь, ты на другой находишься. Нет, на этой же. Господин. Я же сказал, я издеваюсь. Понял, я хочу посмотреть, как президент упадет. What? Покчал. 10 падений президента из 10? Да. Падение черного ястреба. О, я вижу вагонетку. Вагонетка — это плюс контент. Смотри, сколько тут всего. Вагонетка, мост какой-то. Наверху комната управления. Провод еще есть. И здесь провод лежит. Почему пакчамп, пакчамп? Ебанись! Че такое? Ну тут нужно либо 8 проводов, либо замкнуть правильно. Есть один провод, могу предоставить один. Ну тащи сюда. Да подожди, я тут нашел кнопочки. А, да, это нужно саму на себя, короче, замкнуть. А, кнопочка — это лифт, я понял. Короче, я достал провод практически. Ага, тут что-то мешает зайти. Ага. Так, зеленый провод я вижу. Да ладно. Ага, дело в том, что я желтый пока не могу. О, можешь подцепить желтый, как, пока я тут на краю. В соло мы, конечно, это не сделали бы никогда. Ага. Получается? Сейчас я вот так сделаю. Может. О. Нет, я цепляю землю. Блять! Нормально, я несу вас, господин президент. Забрали провод, проверяй. Нет, тут на самом деле есть бочка, ой, бочка, есть коробка. Но я думаю, а если мы уроним коробку, мы не сделаем только хуже? Что еще тут есть? Тут есть дверь какая-то. Есть вагонетка, которая пока не... Блин, нам нужно этот, господи, мост уронить просто. Да. Ага, хотя я нашел синий провод. Есть синий провод. Прекрасно. А, и походу с синего провода надо начинать, потому что он в более доступной позиции, да? А, нихрена. Ну, не знаю, самый доступный был красный, он лежал в той же самой комнате. А, понял. Вот у меня синий есть теперь провод. Пошли, короче, с помощью коробки это сделаем. Не надо сюда тащить. Держи, короче, синий провод тоже.
Так? Сейчас я притащу коробку. Мы с помощью коробки по-мужски все сделаем. Вот не знаю как, но... Ну вот я тоже думаю, что нам коробка не особо поможет. Ну блин, она такая легенькая, что мы даже ее сможем назад закинуть, если понадобится. Вот. Разве что я могу встать? Вот. Типа. Только не так, конечно. Понятно. Господин президент очень... Вообще не изменился за лето. Очень неортодоксальный способ залезать на коробку. Надо ставить коробку на провод, чтобы она была под углом и нестабильной. Держи. Ну, сейчас точно должен взять. Взял? Так. Молодец. Ну куда ты попёрся? Давай то же самое сделаем. Подальше отнести. Ну, ретард. Так и запишем. Все, я вот тебе даже коробку поставил по-человечески. Все для господина президента. Ну еще бы. Взял? Да, вроде как. Отлично, давай. Не упасть, вот молодец. Тара-та-та-ра-та-та-та-ра. А зеленый провод ты уже тоже припер? Нет, зеленый провод лежит, вот видишь вагон сзади? Ага. На нем сверху. Понял. Так, я тогда желтый беру и тащу. Казалось бы, при чем тут Украина? Жовто-блокитные провода. А в комнатку ты можешь попасть? Управление. Или пока нельзя? Пока нельзя. Ой, открой дверь мне. Так она открыта. Ага, я ее закрыл. Провод. Вау, покачал. Вот и я о чем. Свечет заработала. Я что-то сделал. А дальше кто будет делать? Господин президент. Понятно. Ага, тут заблочено, кстати, нельзя пройти в комнату. Вот и я что. Я же тебе сказал, что ну, все приходится объяснять самому. Так, давай искать зеленый провод. Да вон, я же тебе сказал, на вагоне там лежит. Не знаю, в каком месте это вагон называется, но допустим. Хорошо, ага. Называй это как хочешь. А знаешь, что мы туда не сможем попасть, пока мы не включим эту дрель? Мы должны вот этот бур, видишь, это черная фигня, это на самом деле бур. Ага. Им должны немножко зарыться, типа. Он станет ниже, и с него мы сможем залезть на крышу за зеленым проводом. Может, что-то уже работает, нет? Господин президент присосался к нипочке. О, а знаешь, что, оказывается, этот мост можно... Мы вдвоем его точно сможем. Наверное. Нет, есть у меня одна фанатская теория. Господин президент героически ползет наверх. Слушай, а может нам коробка поможет? Спасет нас второй раз. Мы с помощью нее на крышу залезем. А, хрен, потому что по углам не раскачаться. Помоги коробку лучше наверх достать. Не трожь ее, залезь сначала туда. Не трожь мою коробку. Залезь наверх. Как ретард, ей-бог. Так, я держу коробку. Вы можете взять коробку? Нет, блядь, если ты будешь дальше ходить, как мудак. Я буду делать вот так. Отлично. О, хорошо держишь. Если мы коробку не сможем наверх поднять, это будет фейл века. Так, попробую тогда. Смотри. Взял. Поднял. Получил, отдал, открылся. Взял? Нет. А вот так? Ну, типа это лучшее, что я могу сделать. О, молодец. Да, ну я на ней теперь. О. Если мы коробку не сможем, наверное, это будет ужасный фейл. Мы можем вагонетку поставить? И типа как-то с вагонеткой поработать? Да, попробуем. Подожди, сначала надо вагонетку, наверное, опустошить. Можешь достать Достал? О, найс. Так, теперь... Молодец. Господин президент добывает золото. Название подъехало. Отлично. Так, теперь она стала легче. Подожди, она стала гораздо легче. Вези! Но нет, с тобой я ее не подниму. Зря!
Я думаю, мы и вместе ее не поднимем. У тебя поднимается она? Я думаю, ее вдвоем возьмем здесь. Ты ага. не за то держишь просто. Бери за опоры. С той стороны возьми ее. Не-не. Не поднимается вообще никак. Слишком тяжело. Ладно. Видимо, вагонетка тут не решает проблему. Да, надо как-то подняться на крышу этой фигни. Да-да-да. Старое доброе ультранасилие, так сказать. Так, я выше засал. Уйди в жопу. Ага, я так взялся, что я не могу раскачаться теперь. Да не ты один, она ребристая. Не раскачаешься. Петрович, пойду за тебя на смену. Блин, я еще и за дверь зацепился. Боль. А счастье так близко. Короче, можем эти золотые блоки скинуть. Ай-яй-яй-яй-яй, как же сейчас было хорошо, но резко стало плохо. Я почти зацепился за самый край, но почему-то у меня скользнула рука. А вот, вот у меня опять сейчас рука была прям над самым этим, но что-то как-то не цепляется. Понял. Блять. Блять, занимается любимым делом. Наши руки, Андрей, знаете ли, не для скуки. Звучит как название шедевра. Да, блин. Ладно, у тебя прям хорошо получается. Да, несмотря на ребристую, скажем так, поверхность. Ага, слушай, а ты можешь сейчас на меня сесть и подтянуться с меня? Потому что я типа почти на самом верху. Ну ты же видишь, что мне сейчас бросать это вообще бессмысленно. Ну, да, да, логично. Что я с помощью золотых блоков смог очень высоко подняться. А, кстати, у меня тоже соскользнула рука сейчас, интересно. Ты смог? Да. Вау. Мужик. Мистер президент не смог залезть на какой-то сраный вагон. Странная вагонетка, на самом деле, очень хочется, чтобы она заработала. А, ты знаешь, что я мост починил? Mm-hmm. Я просто уперся в него головой и попрыгал. Столько боли. Так, что-то произошло. Ты что-то сделал? Или нет? О! Да. Найс. Во-первых, я поехал на лифте вверх. Первое событие. Второе событие. Дрель пошла роботопт. Я на лифте подъехал аж на самый верх. Ой, как же я сейчас покатаюсь-то. Ага. На дно. Ю-ху! Тут, короче, жесть какая-то. Так, я хочу... Андрей, это каруселька. Сейчас, я смотрю. Ищи, это желтая голова. Туда-сюда. Вот. Ладно, иди сюда, короче. Нет, господин президент катается на карусельке. Я понял, как проходить дальше. Мы должны взять по золотому блоку. Который я заботливо сложил тут. Уж там типа стекло. Нам надо будет его разбить, а разбить его нечем. Как же моим гениальным умом? Точно. Так, поступим. Так, ты зашел? Сходишь? Господин президент несет золотую фигню.
Я по шпалам, опять по на поебалу. Так, сейчас надо этой фигней нажать кнопку. Сейчас сработает или нет. Держи свою фигню, тут пойдет. Так. Драка подушкой. Легкая. Я даже не сопротивлялся. Так, а и нужно пока этот самый, да? Вот и решай сейчас, раз такой умный. Легкая, господи. Ой, а что у меня произошло? Я прям полагался. Ты разбил, да? Все получилось? Да. А, и ты теперь, по идее, можешь дверь открыть с той стороны. Не, ну да, но нет. Ну в смысле, но нет. Я просто бур в этот сам выкрутил обратно. А, зачем? Нахуя тебе дверь? Нам туда думаешь? Я уверен. Ну там в дырке ничего интересного нет, по-моему. Андрей, поверь мне как эксперту, в дырке иногда бывают интересные вещи. Так, я пришел. Тебе с приветом. Сочувствую. Так. Это ты со шкафом появился? Так. Да. Понял. Ну что, там есть что-нибудь интересное? Та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра. Пройти просто. Ну что, есть что-нибудь внизу? Та-ра-ра, я катаюсь. Да я вижу, что ты катаешься. Подожди, я хочу это получше увидеть. Поздно. Ну, тут золотая пещера. Ты вниз упал, да? Да. Странно, тут боковые ответвления, в общем, байтеры, как будто нам туда надо будет выйти. Андрей, в нашем деле главное... Вау, это пещера. Ага. Сперли спит кусок золота? Самородок какой-нибудь. Вау! Я полетел! Я не понимаю, как этой херней управлять. Никак. Президент возносится. Какой же хитрый. Легкая! Привет. Удак! Ну я был так близко, если бы там твоя башка не мешала, я бы уже запрыгнул. Уху! Ай! О, живем. Ага. У меня, короче, две новости. Хорошая и очень хорошая. Не надо мне, пожалуйста. В твоем исполнении обычно очень хорошие новости. Это дерьмо. Поэтому я говорю хорошая и очень хорошая. Давай, они шатаются. Господи. Ломай! Круши, ломай! Никого не замечай! Плохо, что теперь опять залазить, кстати. Не надо не залазить, ты туда мгновенно залетаешь на эту фигню. Просто научитесь возноситься правильно. У меня есть такое чувство, что нам возноситься придется очень много раз на этом уровне. Потому что ты видишь, куда нам дальше? После того, как я приплыл. Я не понимаю, как ты вот так возносишься-то, господи. Просто надо верить в себя. Понятно. Так, я нашел эту фигню. Теперь главная проблема, как ее допереть назад. А, шатает меня. Нах, блять. Так. Хилимся, живем. Я понял, как пройти. Мы сейчас этой фигней заткнем дырку. Нет. Хорошо. Ты знаешь, как сложно прыгать по вот этим грибочкам? Я не представляю, как сложно возноситься. У меня прям вообще такие проблемы с возношением. Не святой, понял, так и запишу. Вообще. Ты точно не ангел? А мы не ангелы, парень. Во-во. Все. Видишь, сайлинг произошел в честь такого дела.
Потому что, да, второй раз это проходить, это было бы жесть. Так. Мы должны заткнуть оставшиеся дырки камнями. Окей. Вот я заткнул эту дырку камнем. И нам нужно вот еще туда долететь теперь. Бляха-муха. Во, видишь, ты гораздо мощнее полетел. Да, ну там надо, понимаешь, долететь прям жестко. Так нет, нам не туда, уло. Вот это... Вон там камень. Там еще камень? Получилось? Нет, конечно. Господи. Смотри, мы сначала мы не воспользовались еще вот этим взлетанием. Так что смотри, вот этот камень, помоги мне дотянуть. А, есть! Дрезипен, там я понял, припало. Ой, ха-ха. Что не работает? Похоже, я все сломал. Так, а если я уберу этот камень? О, сразу все заработало. Подожди, или из этой дырки вообще не вылезает никогда? С той дырки, по-моему, вообще ничего не вылезало. А-а-а. Она просто как подсказка, видимо, что делать с этими дырками. Да, да, да. У меня появилась новая теория по прохождению. Да, блин, я полетел вместе с камнем, прикинь. О. Ой, мудак. Во, этот камень я... Господин президент, там все хорошо, я так понимаю. Господин президент, все плохо. Потому что если я сейчас тут так столько мудацки бьюсь... Зачем? А главное, зачем? Потому что президент, понимаешь, Трамп совсем не святой. И возноситься, это, Трампу возноситься, это, ну, типа, все. Это вы там у нас господин астронавт, который умеете в космос. Я, кажется, я должен так правильно проходить. Блять. Ага. Как я сейчас чуть не вылетел. У меня тут, к сожалению, ты проблема. Видел. Да. Понятно, так без вариантов. Ну ладно, полетели. Да блин, что я наделал. Во! Есть! Mm-hmm. First true. Там тебе вообще ничего не надо делать, не надо ни прыгать, ничего жать. Ты просто встаешь на нее, тебя закидывает куда надо. Да нет же, у меня вообще не получается так. Ты просто встаешь на нее, пока она не активна. Я понимаю, меня откидывает куда угодно, только не туда, куда надо. Так это другое место. Блин, я упал. Это ошибка. Ну, смотри, я ничего не делал, я просто встал. И тут вжух, и все, я долетел прямо на эту платформу. Хз, меня, вот я же говорю, меня откидывало куда угодно, только не туда, куда надо. Ну попробуй еще разок. Блять, почти до конца долез, пизданулся вниз. Отлично, сейчас как раз попробуешь еще разок. А я вот не умею прыгать, я схожу, я просто иду с края. Вместо того, чтобы прыгнуть с края. Ну видишь, легкая, first true. Я почему-то вот с этой платформы не могу допрыгнуть никуда. Лучше, что я могу взять. Отпусти, придурок! Вытягивайся. О, молодец. Так, так, так. Я упаду сейчас просто. Нет. Ты иди в жопу. О, хорошо. Молодец. Молодец. Это новый принципиальный президент на тяге. Так. Да! Блять. Куда ты собрался? Я, кстати, не совсем понимаю, что делать надо там. Наклонить и в стоять. В какую сторону? Назад.
Так, отлично. Вот. Так, стой. Так, нет. Беги быстрей! На дно? Так, что-то произошло. Так, знаешь, что тут находится? Ага, тут находится еще один камень, но его невозможно достать. А, у меня есть теория, как его достать. Уху! Возвращайся с господином президентом. Один из нас перелетел, другой не долетел. Просто не трогай меня, не трогай. О, я идеально. В смысле не трогай? Я тебя как раз из-за того, что я тебя сейчас потрогал, ты и долетел. Смотри, что делаю? Видишь эти движения? Я был близок. Не трогай меня. Ой-ой-ой-ой! Президент кувыркается. Главное в нашей жизни быть этот самый. Осталось так, а дальше понять, что делать? Зачем? Зачем он нам? Мне кажется, мы теперь просто блочим этим камнем эту дырку. И остальные станут мощнее от этого. Да-да, поди заблочи. Президент дурачок у нас. О, стой, все, нормально. Теперь вот сюда пропрыгиваем. Уж с этим-то вы справитесь, я надеюсь. Нет меня! Противный! Ну как же ты вот так? Я не видел, я тебя даже не трогал. Теперь мы вон тем камнем блокируем вот ту дырку. Потому что мы не хотим сюда возноситься. Хуя она залит в мощь! Президент возносится теперь. Короче, сделай все, что можно. Так, мне кажется, ты потерял наш камушек. Смотри, показываю один раз. И, соответственно, какой-то из них надо убрать. Убрал, молодец. Во. Давай, готов? Сейчас полетим. Я бросил. Домой, бомжа! Президент бросает меня. Ты в воздухе не подтянулся на мне, поэтому... Так это идеально получилось. Хочешь, я тебе камней набросать? Нет. А, придется. Да не придется, что ты там застоишься. Мне так главное встать, ровно. Нет, в смысле, тут... А то я, понимаешь, я к моменту, когда падаю, она уже в следующий раз работает, и я не успеваю ничего сделать. О, иди сюда, просто подтяни меня за бошку. Нет. Ну, в смысле, я бросаю камни, могу тебя бросить. Можешь меня бросить, только подтяни меня. Хотя не, все, я уже решил, я сдался. Правильно? Я где есть? Ой, да блин, я только подхожу к этой фигне, как она выстреливает. Вот сове, вот сове, вот сове. О, все, я встал и я готов. Летим. О, я даже без рук залетел, я мгновенно сам запрыгнул. Так, а что ты сделал? Ты типа тут завал был, и ты его разобрал. Да, да, да. Понял. О, вагонетка, где-то я это видел. У меня есть теория, что сейчас мы пойдем на вагонетку. Надо как-то вот эту, видимо, надо нацепить. А, нацепить, да, давай. Не на мою голову. То есть надо не делать Андрея своего. Ага, только смотри, что я нашел. Ну а куда ее? Вот сюда. А, может быть, надо, короче, с ней прыгнуть? Вот, вот. Можешь за меня зацепиться, кстати. И побежали. Побежали просто с обрыва максимально быстро. Как же ты выглядишь? Мы не особо быстрые. По-моему, это не самая хорошая идея. По-моему, это шикарная идея. Смотри, теперь мы раскачиваемся и прыгаем вот на ту эту фигню. Так, назад. Теперь супер вперед, давай. Переход. Еще один тик? Да. Как же это выглядит? Уху! Черт! Ладно, хорошо. Окей, ладно, я хотя бы до этой херни долетел. Ага, а знаешь, что мы веревку потеряли? А, ну терпи, еще могу тебе сказать. Либо рестарт сейчас будет. Не, рестарт не нужен, мне кажется, да, веревка респавнилась.
Но, блин, это было красиво, мне кажется. Абсолютно с тобой согласен. Так. Я несу веревку. Я повесил веревку. Так, если ты камеру изменишь, ты увидишь, как я, как это выглядит со стороны. Я пытаюсь не обосраться, но я все-таки обосрался. Успешно. Там, там очень стрёмный камень, очень неудобный. Task failed successfully? Да. Кстати, у меня есть теория, что мы сейчас вернёмся. Что ты делал? Я не знаю, что я не знаю, но ты сделал хуже. У меня есть запас прочности, значит. Оттягивай вагонетку, короче. У президента, у сосиска. Вагонетку оттягивай. Не могу. Стой, 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 стой. Ай, дяй, дяй. Всё, готово. Так, смотри, нам надо зацепиться за самый краешек. Иди прыгай один, так будет нет, проще. Я хочу с президентом. Бери, запою жепи срочно. О, мы можем так, кстати, реально оба взяться за кончик, тогда вообще норм будет. Взялся? И да. Все, пошли. Так, у нас проблемы, мне кажется. У нас легкая проблема. Task fail success, блядь, отпусти. Нет, не могу. Не знаю. О, сейчас все будет. Изи. First try. Нет, все-таки один должен быть. А почему тогда это работает? Почему в первый раз это сработало? Не знаю. Ну, task failed successfully. Ага, у меня проблема, что в этот раз веревка прозрачная. Она невидимая. Не-не-не, она нормальная. Ты видишь, да? Короче, да. Когда видосик выйдет, ты посмотри. Короче, есть эта фигня и есть кончик. И все. И типа кончик и телепортируется. Так, я сделал. Ты у нас в этот раз прыгнешь. Так. Ага. Ага! Я понял! Мы раскачиваемся не на вагонетке, мы раскачиваемся на кольце. Кольцо цепляется за рельсы. И оно так стоит, типа, между рельс. Короче, старайся не делать влево-вправо. Все. Сделал, да? Нормально. Да. Причем тут я тебе хочу сказать, да, дальше тоже непросто. Тут очень узкие порожки. Понял. Барашки. Ох, пиздец, Андрей, дальше я тебе хочу сказать. Потому что дальше тебе нужно перепрыгнуть лед. Да, на изичах. Ну да, но тут, короче, надо прыгать на дальний край. Ну подожди меня, короче. Не могу, мне страшно. Я боюсь. Я успешно потерял веревочку. Обосраться! Ну, теперь я точно подожду. Да, вот подожди. Я уже кольцо раздобыл. Потому что тут срань. Хочу я тебе сказать. Не спи мне, надеюсь. А сейвинга там не такая... было? Такая... Ах, блядь, меня просто спихнуло! Я отвлекся, и меня убрало. А ты не отвлекся. ГГ. Привет, президент. Привет, президент. Короче, привет, сейчас подушка, просто смотри... Я помню. Короче, давай. Смотри, как это выглядит со стороны. Видишь, вагонетка доезжает, а потом просто кольцо выскакивает и цепляется там. У меня не выскочило. Я все еще на вагонетке нахожусь? Да. Понял. Короче, это физикс, значит. Ну, ладно, я долетел успешно, попробуй тогда ты тоже. Блин, ядрить тут узко. Во-во. Так. Так, ну я успешно дошел до льда. Ты бы видел, как я сейчас на этой веревке спускаюсь. А, сука! Ладно, она изгибается из-за того, что очень неудобно. Ага, а ты смог лед пропрыгнуть, кстати? Да, лед я смог, а вот дальше я что-то как там это зафакапил. И там нельзя надолго останавливаться. Так, лед я проскочил успешно. Ага, у меня трабл. Типа я как бы допрыгнул, но как бы и не очень. Ты бы видел, как я сейчас спускался по этой веревке. Это знаешь, как вот тут прям трус спуск. Понял, трус. Ага, я понял. Понял, да, в чем моя проблема? Ну, в том, что это ты. Понял, так и запишу. Да.
Была с твоей мамой поговорить, может, она тебе в детстве била головой. Так, я немножко поиграл. Понятно. А, вот я сейчас тоже немножко поиграл. Это такой ор просто. Называется «Трахаем лед 10 часов». Вот сейчас били головой. Андрей, то, что меня били головой, я как бы даже не скрывал. Понял. Ну-ка запишу. Господина президента били головой. Так. Самое тупое, что нет сейвинга. Вот да. Хотя бы не пришлось... Не знаю, я нашел, как на этой херне... Ладно, хорошо. Спускаться по ней, ну типа вот как она висит, когда... Ага. Скажешь, когда освободишь эту фигню? Ага. Короче, ты спускаешься на ней и типа по одной руке вот так вот. А-а-а. Тарзан Иванович. Так. Так. Там главное не продолбать момент, когда она начнет раскачиваться, да. Чтобы это самое. Ну да, по одной руке я понял, я так и сделал сейчас. Так, да. Лед я как-то... Я все сломал. Ну, сломал это не страшно, на самом деле. Ну да, это не страшно, но... Я очень надеюсь, что ты сможешь пропрыгнуть там, и сейвинга не будет. Ах ты ж падла! Короче, эти корни, держу в курсе, раскачиваются, нужно с корня на корень и так далее. В смысле? А ты смог дальше пропрыгнуть? Ну, я дошел до корня, там, где нужно на корне раскачаться дальше. Короче, мне кажется, можно сделать так, что ты просто будешь держать это кольцо, чтобы оно не отъехало. Потому что я не понимаю, как работает так, что оно скатывается с этой фигни. Я думаю, оно просто реально. Я согласен, что оно реально. Так, вжух, я раскачался. Вжух. Какой же я, блядь, Тарзан Иванович? Так и запишем. Так, сможет ли астронавт преодолеть лед? Смотри, кстати, какой контент на этот уровень. Типа тут очень много разных вещей. Да, в отличие от этих самых. Так. Ну и видишь, это не даром бонусные. Я дошел до корней. Корней Чуковский, да. Да, Корней Ивановича Чуковского, да. Я теперь очень боюсь двигаться дальше, потому что я не понимаю, что делать. Вот я там тоже стоял-стоял, а потом в итоге... Короче. Давай. Ага. Короче, не так. Показывай один раз, вот так делать не надо. А, ладно, для меня это легкое почему-то оказалось. Только куда я раскачусь? Я раскачусь по кругу теперь. Слушай, я могу, кстати, без... Бей, лови второй корень. А я не хочу ловить второй корень. Наверное. Или хочу. Не, наверное, если я второй корень, то я на Верочку допрыгну. Потому что можно на этом раскачаться и спрыгнуть. Но... Как я по кругу кручусь? Почему? А если ты сможешь дотянуться вот так, это будет вообще прыгать. Я понял, что если я дотянусь, то я пока не дотянулся. Ну как... Ох ты ж, господи! Вот это я сейчас, короче, мог прыгнуть. Вот когда ты свисаешь с веревки, чуть было не дотянулся до сразу второй платформы. Вау. Я раскачался как-то так это наискосок. Я не могу дотянуться до второго корня, хоть убей. Мне кажется, надо прыгнуть с корня на корень. Да, мне тоже так кажется. А! Нет, все, легкое. Все, зацепился. Так. Давай. Сейвинг нас делает. Это экзит, это экзит. На этом домике написано, что это выход. Так, хорошо. Только не сломай мне прыжок. Блядь! Изи. Лёха. Сейвинг есть, так что ты можешь это рисковать. Понял. Президент рискует жизнью. Ой, мама дорогая, какой же контент, Иванович. Корни контент. Так, смотри, что там внутри лежит. Бриллиантовый десерт, нефтяные сливки. Ты понял, как нас это... Закончили! Нас это развели просто. Мы бежим такими за слитками, а мы и падаем. И падаем. Ну, так вот, Андрей. Не все то золото, что не падает.